Вы владелец автосервиса или автомойки. Обычно для подобного бизнеса нужны большие площади, а значит, ваше предприятие, вероятнее всего, находится вдали от центра и оживленных улиц. Наверняка вы сталкивались с тем, что водители порой не замечают вашу вывеску и проезжают мимо. И вы понимаете, как важно быть заметными для всех клиентов. Вы устанавливаете яркую, привлекающую взгляд надувную фигуру мастера с машущей рукой от компании «Квадрошоу». Фигура обращает на себя внимание и приглашает всех проезжающих мимо автовладельцев. Вы демонстрируете клиентам, что действительно рядом, ведь автомобиль так часто нуждается в обслуживании и уходе. За счет высоты от 2 до 4 метров увеличивается радиус охвата потенциальных клиентов, так как фигуру автомастера будет отлично видно всем проезжающим водителям. Яркие, сочные цвета, улыбчивое лицо мастера и движение руки привлекают внимание и выделяются на фоне статичных вывесок и баннеров. Фигура настолько располагает к себе, что так и хочется заехать и посмотреть, куда он приглашает. Вы можете сделать свою надувную фигуру уникальной, добавив дополнительные элементы – объемный гаечный ключ, колесо, канистру. Мы разработаем для вас индивидуальный дизайн. А благодаря встроенной в подставку подсветке, автомастер будет привлекать внимание к вашему предприятию даже в самое темное время суток. Давайте посчитаем, во сколько вам обойдется надувная фигура автомастера от компании «Квадрошоу» и насколько она будет эффективной. Стоимость автомастера от 12 900 рублей. Получается, что расходы на фигуру составят 1075 рублей в месяц и всего лишь 35 рублей в день. Согласно статистике, благодаря надувной фигуре трафик клиентов увеличивается до 30%. Даже если поток клиентов увеличится всего на одного человека в день со средним чеком 400 рублей, то за месяц прибыль составит 12 тысяч, а за год 144 тысячи. Цены на фигуры варьируются в зависимости от их модели и размера. Чем фигура больше в высоту, тем заметнее она будет издали, что напрямую связано с количеством новых клиентов. Давайте сравним надувную фигуру с машущей рукой с другими видами наружной рекламы. Вы можете установить большой рекламный щит, заказать огромный баннер и растяжку, или поставить штендер ближе к проезжей части, а то и вовсе установить огромную светящуюся вывеску на фасад или крышу. Но, как известно, непроизвольное внимание, а особенно внимание водителя, который сконцентрирован на дороге, может привлечь или ярко светящийся, или двигающийся объект. И наши фигуры с машущей рукой и подсветкой соответствуют обоим критериям. Конечно, можно выбрать яркую и дорогую рекламу внушительных размеров, однако, если эффективность приблизительно одинакова, зачем платить больше? Если вы еще сомневаетесь, а трафик клиентов снижается, то посмотрите вокруг повнимательнее. Возможно, ваши конкуренты уже установили такую рекламу и получают ваших клиентов. Закажите и вы надувного автомастера на сайте «Квадрошоу». Вас ждут большой выбор, приятные цены и индивидуальный подход. Просто переходите по ссылке в видео.